Смена сколько у вас? Три началки, шестые, седьмые, восьмые. В Магадане началась приемка образовательных учреждений. Проверку начали со школы номер 4. Поле зрения комиссии – все. Учебные планы, оснащенность классов мебелью и оборудованием. Своими силами побелили потолки, покрасили плинтусы, полы и стены. Привели в порядок учебные мастерские, пищеблок и спортивный зал. Ремонт обошелся в 100 тысяч рублей. 2 года назад был внутренний ремонт, когда тоже и здесь масляная краска была, у нас было предписание Пожнадзора, она была заменена на краску, которая допустима для помещений для общеобразовательных школ. Приемки готовится школа с углубленным изучением математики номер 15. Здесь установили стеклопакеты, отремонтировали учебные кабинеты и туалетные комнаты. Стоимость работ – 500 000 рублей. Средства выделили из городского бюджета. 1 сентября за парты здесь сядут 750 учеников. Примерно 1 000 000 000 рублей нужно для того, чтобы школы привести в соответствие всем абсолютно требованиям. Особенно это касается фасадов зданий. Они действительно сегодня у нас убогие. Многие не ремонтировали с того дня, когда были сданы школы. В этом году на ремонтные работы 52 образовательных учреждений власти города потратят 70 миллионов рублей. 17 августа комиссия планирует завершить приемку всех школ и детских садов.